с учетом того, что подняли цены на различные товары, продовольствие минимум в два раза, то сейчас для того, чтобы снять социальную напряженность, правительству необходимо реализовать ряд мер, которые приведут к тому, что люди будут получать заработную плату минимум в два раза. Но вы, конечно, спросите, а как это сделать? Основная часть якобы предприятий частные, в государственных предприятиях или учреждениях, возможно, это осуществимо, но тоже непонятно, где взять деньги. Но я сейчас очень простыми, доступными словами поясню на самом деле, что эту проблему решить легко. Буквально 2-3 месяца и все. Ваши доходы автоматически поднимутся минимум в 2 раза. При этом у бюджетных работников фактически немедленно. У ряда других отраслей, которые реально являются как бы частными, не государственными, это тоже можно будет сделать в течение 1 месяца. Ну, давайте поймем, а что же делать? Ну, например, я хочу вам сообщить, что относительно прошлого года цены на экспортную продукцию практически выросли на мировых рынках почти в 2 раза, где-то больше. Ну, давайте поговорим, например, о медной отрасли. Она входит в десятку крупнейших отраслей мира. Казахстан добывает и производит меди. Приблизительно эти предприятия входят в первую десятку в мире. И сразу хочу вам дополнительно сообщить, многие из вас это знают, что медь в нашей стране производит монопольно. Предприятие находится в Жезказгане Сатпаева в Карагандинской области, в Балхаше. Она добывает и перерабатывает медь, производит золото, серебро и какие-то другие еще попутные металлы. И я вам хочу сказать следующее, что относительно прошлого года, ровно год назад, цена приблизительно была за тонну меди порядка $5700 за тонну. Сейчас, вот совсем недавно, в итоге шаг за шагом в течение года произошли большие изменения, и цена стала приблизительно 10700. То есть цена удвоилась. И вот представьте себе, что на предприятиях, которые производят медь, золото и серебро, доход этого предприятия увеличился, потому что вся продукция уходит на экспорт в два раза. В два раза. Но ваша зарплата в два раза не увеличилась. Я знаю, что в среднем на этих предприятиях получают люди зарплату 100, максимум 150 тысяч тенге. В среднем. Я не говорю, что мастера там кто-то больше получает, инженеры, наверное, больше. В среднем получают 100-150 тысяч тенге. Это, если пересчитать долларов, ну, порядка, ну, 300, максимум 400 долларов. На аналогичных предприятиях мира работники начинают свою заработную плату получать от 3000 долларов. Представьте себе, заработная плата на аналогичном предприятии мира минимум в 10 раз выше. 10 раз. Но при этом это все было, когда цены были в два раза ниже на медь, как относительно того, что произошло сейчас. Представьте себе, в два раза поднялись цены на медь. Ну и на цены на золото, которое добывает эта группа предприятий Балхашимыс. И на другие составляющие тоже в мире цены поднялись. И вот вам платят $300-400, а должны платить от 3000 долларов. И еще себестоимость производимой продукции на медных группах несколько раз меньше, чем на аналогичных предприятиях мира. То есть как так может быть, что аналогичные предприятия в мире платят заработную плату, начиная от 3000 долларов, имеют себестоимость выше, а наши люди получают зарплату порядка $300, в 10 раз меньше. Я вчера выслушал интересные предложения, мне предложили, чтобы я выступал эмоциональней, чтобы люди тогда вот лучше поняли, типа мы не понимаем, это доллары, миллиарды, зарплату и так далее. Я надеюсь, меня слушают работники предприятий, которые работают в Сатпаево, Жезказгане, Балхаше, и вы должны знать, что на аналогичных предприятиях мира заработная плата
начинается от 3000 долларов, то есть 10 раз больше, чем у вас. А с учетом того, что цены на медь за год удвоились, ну, вам без проблем могут платить, ну, например, 1500 долларов в среднем в месяц. И собственник не обеднеет, он также будет зарабатывать миллиарды долларов. Собственник, я имею в виду Нурсултан Назарбаев. Так вот, это предприятие, когда цены были на уровне 7-8 тысяч долларов, показывало официальную чистую прибыль 2 миллиарда долларов. Вот я сейчас хочу пояснить, что такое 2 миллиарда долларов. Представьте, что в Карагандинской области живет 1,5 миллиона человек, и весь бюджет области всего лишь 500 миллионов долларов. То есть одно предприятие, группа предприятий «Казахмыс», имеет прибыль в 4 раза больше, чем вся область, в которой живет 1,5 миллиона человек. Понимаете масштаб гигантского воровства? Воровства, я четко это скажу, потому что это было государственное предприятие, которое Назарбаев просто украл у страны. И вот вам резерв. Поэтому, уважаемые работники Казахмыса, которых там минимум суммарно 50 тысяч человек работает, если ваша заработная плата увеличится в 2 раза, вместо даже 300-400 вы будете 800 зарабатывать, собственник Назарбаев ничего этого даже не заметит, потому что он также будет миллиарды зарабатывать. Вот представьте себе, что 50 тысяч человек вместо 300-400 долларов в среднем будет получать зарплату около 1000 долларов. Вот тогда эти люди, минимум 50 тысяч человек, ну, в мягком режиме работают, живут, и те проблемы, которые связаны с ростом цен, мгновенно решаются. Конечно же, вы же скажете, ну хорошо, медные группы там 50 тысяч человек, нас же миллионы, в Казахстане же живет 19 миллионов населения. Ну давайте пойдем дальше. Возьмем компанию ArcelorMittal Темиртау. Это второе крупное предприятие, которое базируется в Темиртау. Там есть угольные шахты, они перерабатывают руду и все прочее. И производит так называемый черный металл, прокаты и так далее. Опять же, мировые цены относительно прошлого года на продукцию, которую производит Карагандинский комбинат, так называемый, раньше как назывался, более чем 2 раза поднялись на мировых рынках. Опять, если это предприятие свою продукцию продает в 2 раза дороже, ну почему это предприятие не поднимает заработную плату в 2 раза. Опять же, эту проблему решит многих людей. Тоже на этой группе компаний работает, только по официальным данным, около 50 тысяч человек. В реальности больше, потому что там ремонтные компании и так далее, они считаются не ArcelorMittal, но они все завязаны на этой группе предприятий. Ранее вообще там около 100 тысяч человек вокруг этих предприятий было связано и завязано. И сейчас то же самое. Вот представьте себе, что вот это тоже ArcelorMittal может сделать. Ну и вы помните, есть такое предприятие Казцинк в Восточном Казахстане, которое только по официальным данным работает 30 тысяч человек, но в реальности тоже около 50 тысяч. Цены тоже на эту продукцию подняли. Поднялись. Ферросплавы, группа, евразийская группа, тоже в мире цены поднялись. Мне здесь говорят, мы не понимаем, там, кто такой евразийцы, там, Машкевич, Ким и так далее. Я объясняю это очень просто. Это основные предприятия страны, которые формируют налоговые поступления в нашей стране. Это нефтегазовая отрасль, металлургия, горно-рудная промышленность, это угольные предприятия, электростанции и так далее. Я хочу сказать, что это все находится в собственности Назарбаева через подставных лиц. Ну хорошо, вы не работаете в этих отраслях. Вы скажете, я работаю, допустим, официантом в кафе. Как это отразится на мне? Я хочу сказать следующее. В нефтегазовой отрасли официально работает более 300 тысяч человек. В реальности, с учетом подрядных организаций, буровиков, геологов, там, строительные компании, которые обеспечивают подводку, проводку и все прочее для деятельности предприятий, минимум 500 000 человек.
Так вот, цены на нефть тоже поднялись, уважаемые друзья. В прошлом году, именно в это время, цена на нефть была менее 40 долларов за баррель. Менее. Сейчас 72, даже более чем 72. То есть опять произошел рост цен практически в два раза. То есть эти 500 000 человек, если им поднять заработную плату даже в два раза, всего лишь на самом деле, это целые регионы начнут оживать. Кызылординская область, Актюбинская область, Западно-Казахстанская, Атырауская, Мангыстауская. Как минимум 5 областей, жизнь этих людей мгновенно изменится. Я вам просто показываю, видите как? Я вам 5 областей показал. Карагандинская, 6-я область. Пожалуйста, а теперь вспомните о золотородной отрасли. Экспорт золота более чем на 3 миллиарда долларов Казахстан осуществляет. Я хочу сказать, что вся золотая промышленность находится, опять же, под контролем семьи Назарбаева. И вот вам данные, простые, сухие данные, чтобы вы получили в руки цифры и оружие, чтобы завтра могли выдвигать аргументированные требования в сторону именно Назарбаева. Золото, как и вся другая промышленность, полностью контролируется Назарбаевым. Так вот, я вам хочу сказать следующее. Только за май месяц золотовалютные резервы Национального банка увеличились на 2 миллиарда долларов за один месяц. Вот как это, скажете, как это произошло? Что сделал Национальный банк? Ничего. Он просто в качестве резерва хранит у себя золото, резервы страны. И цена золота в течение мая месяца поднялась на 7%, и все. И доходы Национального банка, собственно, нашей страны, переоценены, теперь они увеличились более чем на 2 миллиарда долларов. А это золото, кто наши производители? Собственно, сам Казахмыс и другие предприятия, все полностью контролируемые Назарбаевым. Вот представьте, если запасы, государственные запасы золота увеличили в цене только на 2 миллиарда долларов, то есть вы представляете, какие колоссальные деньги эти золоторудные предприятия, которыми владеет Назарбаев, зарабатывают. А сколько людям платят на этих золотых месторождениях? Вот, например, в Бестюбе, или еще другие какие-то на юге Казахстана, 100-150 тысяч тенге. То есть, я вам так скажу, что если этим людям поднять зарплату в два раза, золоторудная промышленность тоже будет процветать, и люди будут решать свои проблемы, и они опять же свои сотни и миллионы долларов, миллиарды долларов, собственники в лице Назарбаева, опять себе заработают. То есть, понимаете, у них гигантские деньги, если они даже просто часть этих ресурсов справедливо перераспределят этим работникам, опять десятки тысяч людей решают свои социальные проблемы. Итак, нефтегазовая отрасль работает около 500 000 человек, горнорудные отрасли, горнодобывающие, золоторудные промышленности, угольные отрасли, электростанции и все прочие, которые обслуживают все эти отрасли, предприятия, ферросплавные, алюминиевые и так далее предприятия, они все находятся под контролем Назарбаева, и там работает суммарно около 2 миллионов человек. То есть, если правительство примет простое решение, а эти предприятия все подписывали контракт с правительством, контракт так называемый на недропользование, на эксплуатацию этих месторождений. Перечень их известен. То есть правительство проводит закон и принимает решение, что они обязаны платить людям не менее какой-то суммы, а по сути дела мы сейчас говорим о минимуме. То есть эти предприятия автоматически нефтегазовые, горнорудные, металлургии и так далее должны просто по решению правительства поднять заработную плату минимум в два раза. Когда демократический выбор Казахстана придет к власти, все будет вообще просто. Мы просто примем законы в парламенте и обяжем именно эти предприятия, чтобы они людям в среднем не платили меньше, чем 1500 долларов. Что такое 1500 долларов? По текущему курсу это порядка 700 тысяч тенге. Мы, когда обсуждали
мой сегодняшний предполагаемый эфир, я говорю, мы должны озвучить такие цифры, чтобы завтра, когда мы придем к власти, чтобы мы могли их немедленно выполнить. Так вот, на самом деле, вот представьте себе, что в программе «Демократические выборы Казахстана» говорится, что средняя зарплата на экспортных предприятиях не должна быть меньше, чем 1500 долларов, приблизительно 700 тысяч тенге. Сейчас на этих предприятиях люди получают в среднем не более 150-200 тысяч тенге. Это на самом деле завышено. Кызылорда получает 100-150, Мангыстау получает 100-150, Уральск то же самое, и только Атырау получает больше, но в среднем по стране в реальности нефтяники не получают и 500 долларов. Если мы принимаем закон, говорим, что средняя цена, а точнее зарплата должна быть не менее 1500, то есть нефтяники по факту относительно текущих, они увеличат свои доходы в 3-4 раза. То есть то, что мы легко выполним.